Монета 1 копейка 1876 года. Российская империя. Екатеринбургский монетный двор. Период правления императора Александра II. На реверсе монеты поле монеты разделено на внутренний диск и внешнее кольцо. На внутреннем диске обозначен номинал монеты. Между двумя пятиконечными звездочками изображена цифра 1. Под ней обозначено название денежной единицы. Одной горизонтальной строкой надпись «Копейка». Ниже расположен горизонтальный разделитель в виде двух горизонтальных узоров с кружком посередине. Под ним отчеканены буквы «Е.М.», знак Екатеринбургского монетного двора, дословно «Екатеринбургская монета». На внешнем диске слева изображена лавровая ветвь, справа – дубовая ветвь. В нижней части ветви связаны бантом в единый венок. В верхней части обозначен год чеканки монеты. Вдавленная надпись 1876 года. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон монеты медальное, изображен малый государственный герб Российской империи образца 1856 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены лентой ордена святого апостола Андрея Первозванного и символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское, а также данное Богом единство царственного священства в лице народа, власти и религии. На груди орла московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. Вокруг щита цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых и распущенных крыльях орла изображены гербы царств Казанского, Польского, Херсонеса, Таврического, объединенные в один герб гербы великих княжеств Киевского, Новгородского и Владимирского, царств Астраханского, Сибирского, Грузинского и Великого княжества Финляндского. Хвост орла выполнен стилизованно. В правой лапе орла скипетр, в левой держава, символы государственной власти императора. Вокруг герба две полукруглые плашки, соединенные вместе ромбовидным узором. На верхней плашке выпуклая надпись «Медная российская монета». На нижней плашке надпись «Номинал монеты и денежная единица». Вдавленная надпись «Одна копейка». Гурт монеты рубчатый. Медная монета весом 3,3 грамма, диаметр 21,6 миллиметра, толщину 1,5 миллиметра. Чеканилась на Екатеринбургском монетном дворе, о чем свидетельствуют буквы ЕМ. Тиражом 1 755 000 штук. Средняя цена 350 рублей. Конкретно эта монета куплена за 120 рублей. Есть монеты 1 копейка 1876 года, отчеканенные на Санкт-Петербургском монетном дворе. Вот в этом месте буквы S.P.B. Такие монеты были отчеканены тиражом 2 930 000 штук. И цена их в два раза дешевле.